это Палиха. Прудик, тут говорят, бобры водятся. Там он, если вам видно, какая-то избушка, баня, а рядом беседочка. Только прудик там это заросший. Не очень удобно это купаться. Но вода, в принципе, чистая в прудике. О, мне вот эта вот подстанция нравится. Старая очень. Никто тут не ходит. Такое место неприступное. О, там какие-то физалисы растут. Ничего себе. Кто-то посадил, что ли? Да, интересно. Да, и внутри что-то есть. Физалисы. Ну-ка, ну-ка. Да, ягодка такая. Это помидоры. Необычные. Мы берем. Горьковатые, конечно, они какие-то. Почему-то. Какие-то терпкие.